ZBrush 2020, давайте рассмотрим, почему не воспроизводится у вас именно ролик, сохраненный вот этот процесс вашей работы. Заходим в Movie, и когда вы уже все записали, вот у вас тут уже клавиша Delete есть, рекорд вы сделали, настройки здесь поднастроили, поубирали, Overlay, вы вот эти вот все ползунки убираете на нет, заходите вот в эту текстуру, жмете On, чтобы не высвечивался значок ZBrush сбоку. И вот этот Time Image тоже убираете на 0. И опять же этот шаблон делаете невидимым. Теперь заходим опять в Movie и жмем Экспорт. Сохраняется все это в папку именно ZBrush Z Movie. Давайте откроем вот диск C, находите программные файлы 64 бит или 32 бит, у кого сколько. Следом находите PixLogic, вот она, ZBrush, какая у вас установлена версия, и находите ZMovies. И вот в эту папку вы сохраняете, допустим, 66. Так, это не тот номер, конечно. Давайте. 90. Да ё, что он мне сегодня на сатану тянет. Так, 88 поставим. И нажимаете сохранить. Происходит процесс вот так вот перемотки, прогонки вашей вот этой работы. Сейчас все это дело у вас прогоняется. И посмотрим файл, как он работает. Теперь заходим, открываем именно или диск C, или мой компьютер. Находим теперь, так, диск C. Находим программные файлы. Находим опять же PixLogic. ZBrush, ту версию, которая у вас опять же установлена. И заходим, находим ZMovies. Вот у нас уже сохраненные здесь именно ролики. Нужно вот этот ролик вынести на рабочий стол. Посмотрим теперь. Я пользуюсь проигрывателем Splashlight. Открываем его. И закидываем сюда, допустим, наш ролик. Не удалось открыть файл. Бывает такая штука. Ну а здесь тогда уже нужно использовать программы по конвертации. Допустим, есть такая программа, старая очень. Сейчас я вам ее покажу. Называется она Pocket DivX Encoder. Открываем его. Выбираем ПК, допустим, телефон, формат ЖК. И открываем этот файл. Открыть. Перегоняем его в AVI файл или опять же в MPEG в другой программе. Жмем кодирование. Можно поставить самую высокую скорость, вот эту самую высокую. Ну и ждем. Кстати, в ZBrush 4R7 такого не было. Все, прогон закончился, все это дело теперь можно закрыть. Ну и закидываем вот этот файл теперь в проигрыватель. Ну, видите, что все работает. Вот такая штука. Еще есть косяк в чем. Когда вы открываете Shift Z вот эти рефы и пробуете рисовать на модели, вот вытягивать он вытягивает, а лепить почему-то он по модели не хочет. Вот вы видите, только вы убираете рефы,
Shift-Z, и все нормально у вас работает, все вот рисует, все нормально добавляет. Все, всем пока, до свидания.